Приветствую вас, дорогие зрители, на канале Crypto Commons в очередном выпуске News блока крипто. С началом новой недели открывается целый горизонт трудовых будней, но не забывай, дорогой зритель, что у медали две стороны, и одновременно с этим у нас открывается и целая масса новых возможностей, о которых я тебе, дорогой зритель, сейчас и расскажу. Итак, сегодня в выпуске. Кошелек BitGet запускает целую партнерскую экосистему. В интервью Yahoo Finance на дне биткоин-инвестора, проходящего в Нью-Йорке, глава подразделения цифровых активов BlackRock рассказывает о биткоине. Это многолетнее путешествие. Супер важная новость. Биржа COMEX закрывается и уже с сегодняшнего дня. И завершит наш сегодняшний выпуск анализ рынка вместе с Джорджем Тангом, ведущим канала CryptoZarus. Оставайтесь с нами. Итак, кошелек BitGet начинает сотрудничество с более чем 40 проектами, включая такие как Avalanche и Taiko, запуская партнерскую экосистему BWB. Кошелек также запустил 6-недельную кампанию по начислению баллов после запуска своего официального токена экосистемы BWB. Кстати, дорогой зритель, если ты внимательно смотришь наши выпуски, то прекрасно помнишь, что мы об этом токене уже говорили. Здесь важно отметить, что данный токен не следует путать с уже имеющимся токеном биржи BitGet BGB. А еще важно быть осторожным, так как в настоящий момент существуют неофициальные BWB токены, по всей видимости выдающие себя за официальные. В настоящее время кошелек BitGet поддерживает более 100 популярных блокчейнов и сотни EVM-совместимых блокчейнов, объединяет сотни основных DEX и блокчейн-мостов, а также содержит десятки тысяч DApps во встроенном браузере DApp. Это все звучит настолько круто и убедительно, что может привести к ситуации, дорогой зритель, когда ты забудешь о двух супер важных вещах. Во-первых, как мы постоянно напоминаем тебе, обязательно производи собственноручное изучение вопроса. Изучи техническую часть, почитай отзывы и прими самостоятельное решение. Ведь все, что ты делаешь, ложится только на твою собственную ответственность. Ты отвечаешь сам за свои действия, а также за их последствия. Во-вторых, не забывай, что все, что мы говорим, не является финансовым советом. И с учетом сказанного, мы переходим к следующей новости, а точнее интервью главы цифровых активов BlackRock Робби Мичника, где он рассказывает об основных критериях управления рисками и подхода к инвестированию в биткоин, ведущему Yahoo Invest на дне биткоин-инвестора. Давайте послушаем. С нами Робби Мичник, руководитель подразделения цифровых активов компании BlackRock. Спасибо за то, что уделил время. Спасибо, что пригласили. Мы с тобой находимся на дне биткоин-инвестора, происходящем здесь, в Нью-Йорке. Расскажи нам, пожалуйста, каким подходом вы руководствуетесь при покупке и привлечении клиентов в BlackRock, а также биткоина и в целом крипто? О чем на самом деле вы разговариваете внутри компании? Да, что ж, на самом деле для нас это долгое путешествие, начавшееся в далеком 2016-м. И с того времени, по мере взросления криптопространства и данного класса активов, если посмотреть на это с точки зрения инфраструктуры, а также государственных регуляторов, не забывая внимания и интереса клиентов, мы видим, как наша стратегия эволюционировала вместе с этим, приведя к тому, где мы сейчас. Но если мы поговорим об образовании и того, как вы получили такое большое количество ваших клиентов, к чему приводят эти обсуждения и на чем строится образовательная повестка, куда они направлены и каковы ваши дальнейшие шаги? Да. Что ж, наши клиенты прошли вместе с нами все этапы этого путешествия. Только представьте, некоторые из этих клиентов с нами уже очень долгое время. Они содержат в портфеле биткоин, а также другие криптоактивы. Они смотрят вместе с нами на дальнейшее развитие крипто и беря в учет в наше видение строительства нашего собственного портфеля. А вместе с ними есть и новички, которые открыли для себя крипто сравнительно недавно, и они хотят разобраться в основах этой технологии и тому, как она работает. Поэтому наши разговоры строятся на все темы. Что вы сейчас слышите от ваших клиентов с точки зрения интереса биткоина, а также и других криптоактивов? И, может быть, они интересуются в какой-то конкретной криптовалюте, либо им интересны более традиционные активы, такие как, например, ETF. Да, ага. То, что мы сейчас наблюдаем, это желание инвесторов работать с iBit, получая доступ к биткоину. Это одновременная комбинация инвесторов, которые впервые работают с биткоином, а также тех, кто в различной форме с ним связан на историческом промежутке времени. Но в большей степени наши клиенты пытаются понять, каковы риски движения вверх или вниз, связанные в процессе формирования портфеля в более широком контексте. Поэтому в последнее время такого вида разговоров у нас больше всего. Что ж, у меня последний вопрос к тебе. Какой, на твой взгляд, следующий крупнейший переломный момент для биткоина и для крипто в целом? Что это может быть, на твой взгляд, и чего нам следует ждать? Что ж, я не думаю, что есть какая-то одна конкретная вещь, к которой следует готовиться. Я думаю, что это целая комбинация со временем
по мере привлечения все более широкого спектра различных клиентов и архетипов. Скажем, крупные институционалы, вместе с их образовательными и исследовательскими путешествиями, их партнерами по управлению активами и их исследовательскими программами, что совместно постепенно будет давать новые результаты. Ведь вспомни, в ранние дни было множество инвесторов, инвестирующих непосредственно свои активы. Сейчас же это эволюционировало и привело множество новых. Робби, большое спасибо за это интервью и твое время, а мы с вами прощаемся в этот активный и шумный полный движения день и желаем вам удачи. Да, спасибо за приглашение. Спасибо, пока. Что ж, дорогой зритель, с одной стороны, можно сказать, что мы ничего нового здесь не услышали, но это не совсем так. Роберт сделал очень важную подводку, в которой сказал, что со временем инвесторы эволюционировали, превращаясь из оголтелых криптоэнтузиастов, инвестирующих напрямую в крипто, в более крупных рассудительных институционалов, следующих регуляторам и одновременно с этим имеющих огромные активы. И самый важный вывод, который здесь мы с тобой сделаем, это то, что крипто, как достаточно молодой класс активов, движется по довольно хорошо проторенному пути и других активов, взрослеющих, набирающих капитализацию и постепенно перестающий выглядеть как маргинальный и пользующийся популярностью только у безбашенных инвесторов, а значит, что все идет своим чередом. Срочные новости. Сегодня биржа CumEx начинает процесс своего закрытия. Биржа с 25 марта 2024 года, то есть сегодня, начнет приостанавливать работу части своих сервисов, а уже 10 мая 2024 года полностью закроет доступ к своему веб-сайту. Возможно, дорогой зритель, ты эту новость уже сегодня слышал, а также обратил внимание, что ссылка на официальное уведомление ведет на страничку Telegraph. Мы с нашей командой проверили первоисточники и убедились, что англоязычная страница биржи дает ссылку на пост с подробностями ситуации, на домене официальной технической поддержки биржи на Zendesk. Кстати, этот англоязычный пост можно на Zendesk переключить и на русский. А вот русскоязычная страница биржи отправляет на Telegraph. И очевидно, что официальное уведомление на ресурсе Telegraph читается как-то неубедительно. Но в любом случае, эта новость не утка. Действительно, биржа об этом сообщила сегодня. И если ты, дорогой зритель, используешь эту биржу, то немедленно выводи свои средства. Свою точку зрения относительно этой биржи я говорить не буду, это уже не имеет никакого значения. Но то, что в теории проблемы с ликвидностью у нее возникнуть могут, это факт. Так что не теряй времени, а все, что нужно, ты услышал. Завершает наш сегодняшний выпуск анализ ситуации по рынку от Джорджа Танга, ведущего канала CryptoZarus. Джордж, помимо ETF, ситуация вокруг которых продолжает развиваться в том же самом направлении, что и последнее время, что еще можно рассказать интересного о рынке? А что насчет очень крупного оттока активов с бирж? Вы сами ясно видите, что с момента середины февраля... Взгляните на этот отток с бирж в виде чистых позиций. Эта динамика учитывает одновременно и приток, и отток, то есть изменения в чистых позициях на бирже. Много, очень много уходят с бирж. И я продолжаю говорить, что это не только институционалы, это и киты, которые также затариваются. Но, к сожалению, мелкие инвесторы, мелкая рыба, эти розничные инвесторы попадают на SNS и распродают много, но долгосрочные держатели, майнеры, а также киты, они основательно тарятся. Как я, ребят, вам недавно уже говорил об этом, практически ежедневно добавляют и добавляют по 900 биткоинов в день. Где они это берут? Да везде. Они это берут с OTC, они берут с Coinbase. Но в любом случае, вы ясно видите, что происходит огромный, определенно огромный процесс закупки. И я не думаю, что вскоре это остановится. Это происходит прямо перед нашими глазами. Но дело в том, что не все до конца понимают, что у биткоина есть ограниченный объем предложения. Есть всего лишь определенное количество биткоинов, и это количество не бесконечно. Это сложно понять, но люди до сих пор считают, что они могут в любой момент зайти на Coinbase и закупиться биткоином. В любое время, в любом количестве. С одной стороны, это так. Но вам нужно иметь в виду, что цена на биткоин продолжает расти выше и выше. Так что даже в будущем, вероятно, вы сможете взять и купить биткоин. То есть биткоин на Coinbase, на Robinhood. Но заплатить вам придется за биткоин 200 тысяч, 500 тысяч, а может и миллион долларов за каждый биткоин. По сравнению с 65 тысячами долларов, которые он стоит сейчас. Он очень и очень ограничен. А с инфляцией доллара и становлением доллара все менее и менее ценным. Вот почему, по сути, биткоин станет и продолжит расти вверх бесконечно. Именно по этим двум причинам. Джош, ну вот не поспоришь с тобой.
Все сказал точно, правильно, убедительно. Но есть один нюанс. Каждый раз, когда ты говоришь закупаться, то чтобы закупаться, нужно просто взять и допечатать себе денег. Но так как мы их не печатаем, закупаться получается не всегда. Так что, дорогой зритель, если ты еще не закупился, то, наверное, закупайся. А если закупился, то, надеюсь, ты наслаждаешься ростом в бычьем рынке. Если же, как говорится, ты не закупился на хаях, ну а дальше ты сам все знаешь. В общем, в любом случае, желаю тебе удачи, отличного трейдинга и напоминаю, что это не финансовый совет. И если тебе наш контент нравится, не забудь нас отблагодарить, поставив под видео лайк, подписавшись на канал, нажав на колокольчик и оставив свой бесценный комментарий, который мы обязательно прочитаем и на него отреагируем. В общем, будь с нами, будь в курсе событий и до встречи в следующем выпуске.